Стойки левши, Асылжан. Сразу же джеб активизирует. Дастан пытается работать передней рукой больше. Есть лоу-кик. Лоу-киком постоянно атакует по внутренней части попадания. Бедра. Не увидел этот удар Таскет, к сожалению. Да, хотя он довольно-таки размашистый получился. Пытался сейчас левым кроссом достать своего оппонента Таскет. Еще одно попадание. Отличная комбинация от Амангельда. Пристрелялся как будто бы, да, Дастан? Да, есть такой момент. Асылжан. Первый такой размен. Клинч. И в тот же момент Дастан сразу же разворачивает своего оппонента. Да, он не думает, что уступать будет в борьбе. Ну и, соответственно, борьба, работа от сетки, грэплинг, это больше про Таскет. Но если оформит перевод Таскет, то я думаю, что судьи могут отдать ему первый раунд. Да, попытался выйти за спину, но Дастан уже здесь разворачивает. Да, в принципе, оправдывают ожидания парня. Это вырывается из этого клинча Амангельда. Дастан опережает своего оппонента. Есть точное попадание. Вот как будто вывел с равновесия Таскет, но сразу же в борьбу полез. Прихватывает шею. Дастан. Тейкдаун есть. Очень важный такой тейкдаун. Думаю, да, ключевой момент этого раунда. Завершает раунд в доминирующей позиции в боковом контроле. Пускай даже и шея осталась в захвате, но опасности там в этом захвате удушающем не было для Дастана Амангельда. Ждем начала второго раунда. Есть мидл кик. Очень своевременный такой удар. Почувствовал момент. Не помню попытка проведения. Слишком очевидный проход. Но, кажется, Таскет рассчитывал просто упереть к сетке, да, уже оттуда работать. Сложновато будет, потому что в первом раунде, как раз таки, на более свежий, скажем так. Работы за положение руки. Еще раз колено. Колено в клинче. Хотелось бы Таскета это видеть, да. И локоть сразу добавляют. Отлично. Бой года! Есть! Как он своевременно, да, да, подобрал. Тайминг. И все-таки функциональная подготовка Таскета сейчас, кажется, трещит потихонечку. Дает о себе знать. Да, да. То, о чем мы и говорили, да, что не видели мы его. В трех раундах выиграл. Даже в двух не видели. Да. Положение так называемой кеса гатами очень опасное, да. Почти слепанул своего оппонента Таскет. В принципе, хочет встать, некомфортно ему сейчас. Да, лежать именно на спине, он более такой сверху, да, атакующий грэплер, обошел все-таки ноги. Кстати, ноги, да. Берет теперь боковой контроль, прибавляет колено в корпус, вполне себе легальный удар. Таскет, Амангельда, конечно, все это видит, прихватил шею. Пытается провести удушающий прием, тейкдаун, но еще не отпускает шею. Концовку немножко смазал, да, Дастан Амангельда, но вот здесь вряд ли Таскет сможет вытащить голову. Амангельду тоже не стоит отпускать, конечно. Нужно просто оставшиеся секунды отключить, отконтролировать голову. Вперед. Да, пошел за тейкдауном. Контрит его Дастан на выходе колена. Все, как мы привыкли. Да, еще попадание. Отсюда выйти Таскету будет сложновато, на самом деле. Да, все-таки ищет Таскет возможность упереться к сетке, приподняться. Поэтому и пытается улучшить. Обратите внимание, где колено идет за маунтом. Сел в маунт. О, вот это теперь опасно. Действительно опасно. Целых две минуты у Дастана Амангельда. Ну, здесь только лишь добивать нужно Амангельда Дастана. Да, все-таки удалось ему передышать. Локоть. Локоть короткий. Взрывается в одно действие. Вложился Таскет, но нет. Не получается у него слепануть оппонента. Позицию. Еще одно попадание. Да, выползает, вытаскивает колени. Все-таки избавился он от этого маунта, но ненадолго. Сейчас пытается сайд-контроль обратно зайти. Вкладывает во все движения, но уже тело его не слушает. Не хватает ему физухи сбросить с себя. Очень плотный контроль от Дастана Амангельда. Все. Очень конкурентный поединок.
Бір ауыз төрешілер шешіммен жеңіске жеткен. Алаңның көк бұрышы. Ама келді. Да!